Хочешь посмотреть, как я дрочу? Гони десятку. В комментариях к видео, где я подробно разобрал российскую историческую кодлу, написали: «Я бы посмотрел на разбор тубуса». И я подумал, как сейчас помню, зачем мне эти бигуди на лысую голову? Что им разбирать, если он не постеснялся СВО и с жоповым языком сравнить с американскими карателями во Вьетнаме? Там публичное левочеловечие Егор Иванов, завернувшись в кумач, лежит под яйцами у госдепа, казалось бы, критикуя США за агрессию. Я специально не показываю, где именно лежит, ведь там есть Саша Грей, а сейчас не до передергиваний, мы о тубусе поговорим. Зачем вы передергиваете? Я не передергиваю. Вы передергиваете. Так же, как еще вы передергиваете. Артем, одну секундочку. Нет, не позволю. Короче, в сети тубусу достаточно прямо пояснили. Ты не человек, блядь, ты черт, ты пиздоболый наш внутренний брат. Если бы я был законченный хам, то озвучил бы мысли, которые как глаз господень прозвучали в моей голове в ответ на призыв к разбору тубуса. Да пошел он нахуй, этот Егор. Но Егорка опять высрал горку, такой вот каламбур, а я на Егора грешным делом подписан, и он опять подорвал, порадовал. Своим особым почерком ментора Егор соорудил видеокучку, в которой поведал, как осуществляет свои раскопки и розыски, поделился методом, так сказать, и чрезвычайно примечательно, что он оговорился, что никого не хочет обидеть, это похвально. Передергивание же заключается в том, что именно такие комментаторы пытаются меня изобразить каким-то упертым сталинистом, который верит в Советский Союз как в страну розовых пони, ведомых в светлое будущее безгрешными эльфами. Егор Иванов ознакомился с манифестами, программами, заявлениями скромно неупомянутого движения и сделал вывод, что это розовые эльфы, утверждающие, что все репрессии подбросили при Хрущеве, что репрессий не было. И прочее. Жаль, он не привел доказательства их слов, а показал комментарий. Блять, комментарий в ветке. Но Егор просто принципиальный и взывает одуматься неупомянутое движение. Правда или нет? Что перестали быть розовыми эльфами. Потому ты, Егор, не программу, которая розовая эльфовская, не выдержку из статьи с утверждениями о отрицании репрессий, не привел. Пытаются меня изобразить каким-то упертым сталинистом. Как выходит с твоих слов? Упертый сталинист – это вроде какое-то ругательство. Фу! Егор Иванов, это будет обязательно занесено в твое личное дело. Но вряд ли тебя это смутит. Ведь оно-то и понятно. Под яйцами у госдепа сидеть тепло и уютно. Почему я так говорю? Ну вот, например, ты взял один комментарий и по нему сделал вывод, что в неупомянутом движении ни черта не понимают и вообще все эльфы. А я, по твоим попыткам сравнения СВО с карателями из США, считаю, что ты подсос у госдепа. Это база. И биткоины тебе закидывают именно с этих безымянных счетов. И какие еще нужны доказательства, если ты открыто, но и с жоповым языком, разделяешь позицию всего либерального Запада. Кто ж ты есть, завернутый в кумач? Кто я? Сказочный долбоеб. Естественно, тебе никто не может запретить на твоем собственном канале один комментарий выдать за явление, свойственное всему движению, неупомянутому движению. Ты имеешь на это право. Но тогда у меня есть к тебе вопрос. Ты ведь своим подписчикам на вопросы отвечаешь. Окей. И вот тот самый вопрос. Тебе хозяева не велели упоминать злосчастное движение розовых эльфов? Или ты идейный? Свои куриные оговорочки о том, что нечего тебе, мол, приписывать то, чего ты не говорил, оставь таким же курам, как и ты. А на вопрос ответь. Найди время между лизаниями яиц американского империализма. И когда разродишься с ответом, ты знаешь, где меня искать. В доме 673 по авеню, лизни мою залупу. Первый микрофон говорит дам,